Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители. Поздравляю вас с прибытием на мой сайт. Итак, значит, увеличили мощность гибридной установки. Как видите, горит ярко. Так, что мы имеем на выходе? Поставил по 3, по 9 штук. С двух сторон. Вот, значит, выход. Выход с панели. Так, зарядка. 15 вольт. Выход, значит, на лампочку. 14 вольт. То есть зарядка идет. Это полная уже, а это даже еще не подсела. То есть как вот эти подсядут, тут тоже 3 штуки, коробки. Вон, видите, тут 9 штук, вернее 12 штук, и тут 12 штук, по 12 штук. Заходит 14, выходит 15, то есть система работает от и до. И светит довольно ярко. Будем продолжать опыты. Как только осядет, первая, которая питает лампочку, до 12, мы сразу перебрасывать надо, не ждать. Потому что если подсядет больше, потом уже с панели меньше пойдет ток. И, значит, батарейки меньше будут заряжаться. То есть осталось поставить реле, чтобы это в автоматическом режиме. И получается самозапитный гибрид. Спасибо за внимание. Значит, будем продолжать опыты, наращивать мощность, до скольки возможно. В запасе еще у меня только, значит, 24, и тут 4, 28. В запасе еще 22 батарейки. То есть, но нету вот этих вот корпусов. Вот таких. Я пока подожду, пока вот таких, только вот еще одна порция. Я пока подожду, чтобы не портить их пайкой. А потом, значит, будем ставить следующие опыты. Благодарю за внимание, желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне и с наступающим вас Новым годом!